Ну что ты не спишь и все ждешь упрямо? Не надо. Тревоги свои забудь. Мне ведь уже не 16, мама. Мне больше. И в этом, пожалуй, суть. Я знаю, уж так повелось на свете, и даже предчувствую твой ответ, что дети всегда для матери дети. Пускай им хоть 20, хоть 30 лет. Но все же с годами былые средства как-то меняться уже должны. И прежний надзор, и контроль, как в детстве, уже обидны и не нужны. Ведь есть же, ну, личное очень что-то. Когда ж заставляют «скажи, да скажи», то этим нередко, помимо охоты, тебя заставляют прибегнуть ко лжи. Родная моя, не смотри устало. Любовь наша крепче еще теперь. Ну разве ты плохо меня воспитала? Верь мне, пожалуйста, очень верь. И в страхе пусть сердце твое не бьется, ведь я по-глупому не влюблюсь. Не выйду навстречу, кому придется, с дурной компанией не свяжусь. И не полезу куда-то в яму, коль повстречаю в пути беду. Я тотчас приду за советом, мама. Сразу почувствую и приду. Когда-то же надо ведь быть смелее. А если порой поступлю не так? Ну что ж, значит, буду потом умнее. И лучше синяк, чем стеклянный колпак. Дай твои руки расцеловать, самые добрые в целом свете. Не надо, мама, меня ревновать. Дети, они же не вечно дети. И ты не сиди у окна упрямо, готовя в душе за вопросом вопрос. Мне ведь уже не 16, мама. Мне больше. Пойми и взгляни на меня всерьез. Прошу тебя, выбрось из сердца грусть, и пусть тревога тебя не точит. Не бойся, родная, я скоро вернусь. Спи, мама, спи крепко. Спокойной ночи.